Наш последний сюжет. Клэр. Ви, готова к следующей гонке? Я на месте. Жду тебя. На твоей поедем? Или мне зверя пригнать? Давай лучше на моей. Я ее лучше чувствую. Сама понимаешь. Конечно, понимаю. Ну что, встретимся там, на ранчо? Да, я скоро буду. Увидимся. Привет, Ви. Я сейчас осмотрю машину перед стартом, на всякий случай. Ты никуда не уходи, мало ли. Не боишься разбиться тут насмерть? А с чего бы именно сегодня? Да я не про сегодня. Я вообще. Не сегодня, так завтра. Рано или поздно. Ну, моя подруга на своей кухне погибла. Тостер коротнул с утра. Так что, как говорится, чему быть, того не миновать. Как думаешь, какие у нас шансы? Ну, главный наш соперник — это Луиджи. А с ним еще и Марго за стрелка. Ну и? Эта баба обожает дырявить колеса. Но ты не забивай голову. Делай свое дело, а спецэффекты я возьму на себя. Извини, мне надо постучать по колесам, пока минутка есть. Давай. Хочу пощекотать ноздри ароматом выхлопных газов! Пусть моторы ревут, что ваш кровь из ушей! Вот так, то, что надо! Ну, пошел отчет! 3, 2, 1! Вон чувак впереди, это Луиджи, жми за ним! Сейчас крутой поворот, закладывай! Выиграть!
люди будут обгонять! Пусть попробуют! Попробуют. Поздравляем, Ви и Клэр! Первое место, Ви! Охренеть! Мы выиграли! Мы в финале! Да! Ну что, ура! Не останавливайся. Проедем немного дальше. Это зачем? Надо поговорить. Кое о чем важном. Окей. Давай вон там присядем ненадолго. Ого, красивый вид. Да. Мы с Дином любили сюда приезжать. Ты мне что-то сказать хотела? Я тебе говорила про Дина, моего мужа. Он был твоим пилотом, да? Добрее него никого не встречала. Мы дружили еще до моей процедуры. Он принес мне нарциссы в клинику. Сказал, с началом новой жизни. Долго вместе прожили? 12 лет. Дин смеялся, что на 15-ю годовщину наконец уговорит меня на первый имплант. Готовил какой-то сюрприз. А можно спросить, почему у тебя нет имплантов? Мне нравятся машины Ви, но превращаться в машину я не хочу. Это странно? Немножко. Но и такое бывает. Только Дин мог бы уговорить меня поставить импланты. Теперь мы уже не узнаем, удалось бы ему или нет. Слушай, Клэр, а почему ты вдруг про мужа сейчас заговорила? Год назад он погиб на гонках, в финале. Но это была непростая авария. Это как-то связано с нашей гонкой? Ну, отчасти. Короче... Моего мужа убили. Его прикончил один корпоратский хлыщ. Питер Сэмпсон. Редкая сволочь. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина... Они знали друг друга очень давно. Дин и Сэмпсон. Что-то не поделили? Дин ничего мне не рассказывал. Но между ними действительно была какая-то вражда. Не соперничество на трассе, а личная ненависть.
Дин бесился, когда Сэмпсон выигрывал. И что с ним за тема? Да неважно, для меня он всегда был таким же соперником, как прочие. А вот для Дина они знали... Что-то не поди... Дин не... Не со... Расскажи мне, как погиб твой муж? Мы только что вышли на финишную прямую. Сэмпсон уже мчался перед нами. Было ясно, что нам не выиграть. Дин стал сбрасывать скорость. И тут этот подлый ублюдок ударил по тормозам. Дин не справился с управлением. Но он ведь не нарушил никакие правила. Ты не понимаешь. Он был уже у самого финиша, он бы выиграл. Но он хотел убить Дина. Ты точно уверена, что это было убийство? Может, это просто твои эмоции? Нет. Я видела, как они ссорились на стартовой линии. Я его уничтожу. Во время гонки? Люди часто гибнут на трассе. В этом нет ничего необычного. Все по правилам, никаких вопросов. Это же гонки. А что, если Сэмпсон вообще не будет участвовать в гонке? Он будет. Этот никогда не упустит случая повыделываться. Он чемпион прошлого года. Конечно же, он захочет повторить успех. А от меня чего хочешь? Чтобы я помогла его убить? Если придется сделать выбор, мне важнее убить Сэмпсона, чем занять первое место. Прости, что соврала тебе, Ви. Раз тебе это так важно, я согласна. Давай уделаем эту сволочь. Спасибо тебе. Это очень важно. Правда, очень. Увидимся в финале? Да. До встречи.
Эй, меня зовут Джош Коноркин, и, как всегда, ваше дело – это мое дело. Как всегда, начнем с общего обзора биржи. Хироши прибавила 2 пункта, Квадро потеряла 1, и Америка Аутворкс растила 1,5. Но самый большой сюрприз сегодня принесла Орбитал. Как думаешь, Орбитал... еще один шанс? Сама ее спроси. Забывайте, большими щитами управляют при помощи эскинов. Вы глазом моргнуть не успеете, а они уже пару раз купили и продали акции на миллиарды евро. Проблема в том, что мы не всегда знаем, почему именно эскины принимают то или иное решение. Хотя акционерам это не мешает. Кому нужны подробности? Клэр, привет. Нас ждет финал Ви, наша большая гонка. Есть такое. Ты скоро? Я уже на месте. Да, скоро. Такое дело. Мы поедем по автостраде, так что надо взять машину побыстрее. Хочешь поехать на своей тачке или на моем звере? Возьмем мою. Я ее лучше чувствую. Без проблем. Встречаемся на старте? Так точно. Жди меня там. Нет, Сэмсон. Отвали, психованная. Никаких угрызений совести? Ни малейших. Клэр, хватит. Оставь этого пиджака в покое. История древнего мира. Думаешь, живым уйдешь, скотина? Клэр! Это твой новый пилот? На твоем месте я собрал бы игрушки и бежал бы бегом. У Клэр партнеры долго не живут. Ах, ты ублюдок! Правда в том, что Дин был херовым мужем и херовым пилотом. Он был о себе слишком высокого мнения. За это и поплатился. А ты? Смирись. Его убил не я. Гонор его убил. Какое же ты говно, Сэмпсон. Корпоратская ты мразь! У меня десяток пуль с твоим именем. Отъебись! Клэр, хватит. Пойдем. Не волнуйся, у меня к тебе будет просьба, Ви. Я тебе потом сделаю массаж, сядь ему на хвост и держись за ним. Отметь. Мы устроим тебе рай, если выиграешь, зайчик. Никаких «если». Ну все, ребята, по машинам! Пришло время корежить металл и разбивать головы! Все готовы? 3, 2, 1! Впереди крутой поворот! Держись! За ним, Ви! Thank you.
Он поврежден, съезжает с трассы! Давай за ним, Ви, не дай ему уйти! Это единственный шанс! Давай-ка подрежем ему крылья. Садись ему на хвост. Блять! Гони к нему, быстро! Как жизнь, Сампсон? Клэр, не трогай меня! Я ничего не сделал! Ничего? Жалкий ты червяк! Эй, прошу тебя! Останови ее! Клэр, я тебя умоляю! Господи, Клэр, чего ты докопалась? Я не убивал твоего мужа! Пасть заткни! Да он сам себя убил, дура! Отпусти меня! Я ни при чем! Ты мне зубы не заговаривай! Теперь ты умрешь, козлина. Ты что, нет? Ты думаешь, твой муж был невинная жертва? Да сейчас! Короче, погнали уже скорее. Ага. Конец истории. Наверное, да. Каким он был, твой муж? Расскажи. Спать любил до обеда. Я понемногу его забываю. Боюсь, что скоро совсем забуду. Главное останется. Ты будешь помнить любовь к нему. Да. Ты как сама-то? Нормально. А что? Ну, вид пришибленный. Да нет. По правде сказать, я ничего не чувствую. Ничего. Все еще наладится. Что все? Жизнь. Ты пойдешь дальше. Будешь смотреть вперед. Идти я хочу к винному шкафу, смотреть на дно стакана. Не хочешь еще раз попробовать? В смысле, в гонках? Со мной? Не хочу. Мне больше нечего делать на трассе. Вот как? Вот так. Гонки были нашим общим делом. Для меня и Дина. С тобой я хотела просто достать Сэмпсона. Зверь твой. А ты отдаешь мне свою машину? Она не моя. Она была наша с Дином, общая. И поскольку нас больше нет... Удачи тебе, Ви. И будь все-таки аккуратнее на поворотах, а то впишешься в столб.
Это Ви. Мне сказали, у тебя дело. Верно сказали. Мне нужен водитель. Угу. А для чего? Да так, по городу покататься. Уладить кое-какие вопросы, навестить приятелей. Все как у всех. Короче, я человек прямой, так что давай сразу к делу. Круче тебя в городе никого нет, а я люблю работать с самыми лучшими и готов за это платить. Подробности вдаваться не буду. Если твоя репутация не пустой звук, ты легко сориентируешься на месте. Ну так что, справишься? Или все, что про тебя рассказывают, вранье? Ладно, я в деле. Тогда двигай у тебя понтал. Прямо ко входу на рынок. Посигналь пару раз, и я приду. До встречи. Ты ж, бля. Ты не ответила на вопрос. У тебя что-то на лице. Это граната. И как она туда попала? Случайно прилетела? Невежливо задавать личные вопросы, прежде чем представишься. Ты же Ви, да? Да, это я. Отлично. Поехали. А куда? В маленький Китай. Хочу поесть курицы гунбао. Поострее. Thank you.
Мы на месте. Жди меня здесь и не глуши мотор. Мы приехали за едой на вынос? Можно и так сказать. Сейчас было-то? У тебя что, может, и в жопе граната? Ви, ну ты нашла время, дурью вальца! Вот я вам сейчас наваляю! Ну что, неплохо, а? Было бы гораздо лучше, если бы все-таки предварительно ты ввел меня в курс дела. Ха, выходит, не наврали. Ты и правда крутая. Заебись, какая крутая. А вот только с юмором беда. Ладно, на этом наши пути расходятся. Удачи тебе, Ви. И ты это, расслабься, а? Ну, может, скажешь, откуда граната? Как-то с братом подрались, он мне нос отхватил. Плоскогубцами. Уф, милая семейка. Даже не представляешь. Ну и вот, я мог обычный нос поставить, но решил подчеркнуть свой стиль. Ясно. И с девчонками удобно знакомиться. Извините, что сую нос, но вы просто бомбическая. Ну и как? Ведутся? Не особо. А как же мой гонорар? А что гонорар? На вот, держи. Как я и говорил, труд профи хорошо оплачивается. Ладно, Ви, береги себя. И это, нос держи по ветру. Mm-hmm.